Привет всем! Вы на канале Была Релайф. У нас сегодня прохладный, поэтому я решила воспользоваться моментом и снять видео о своих обновках. Наконец-то я купила белые джинсы. Ну, конечно, я не могла купить только одни белые джинсы, это было бы не в моем стиле. Поэтому сейчас я вам покажу, какие джинсы я купила и что прикупила параллельно вместе с ними. Так что, если вам интересно, оставайтесь смотреть. Также в этом магазине к белым джинсам была приобретена вот эта бархатная маечка. Я давно смотрю на изделия из бархата, но как-то не очень мне нравятся футболки, а вот маечка идеально сидит и очень приятная к телу. Также я купила себе новый джинсовый пиджак. Мне он очень нравится. Он так хорошо сидит, и у него такой приятный цвет джинса. Одним словом, я осталась этими приобретениями очень и очень довольна. Мне давно хотелось купить себе какой-то легкий летний свитер, потому что, ну, по-другому этот свитер сложно назвать. Он не будет греть меня зимой. У него очень открытый ворот, он полностью из акрила, но он идеально подходит на лето. Можно приоткрыть плечо, можно одеть как под майку, так и просто под белье. Очень классно смотрится с любыми джинсами. Я также приобрела вторые джинсы, потому что изначально меня покорил их цвет. Нежно-голубой, переходящий в белый. И у них довольно-таки интересная модель. Но курьез этого приобретения заключается в том, что изначально я взяла джинсы своего размера. После того, как я их померила, я поняла, что они слегка великоваты, и взяла на размер меньше. И купила на размер меньше. И сейчас, когда я их ношу, оказывается, что надо было брать на 2 размера меньше. Также я купила рубашку. Это 100% коттон с открытыми плечами. Она идеально подходит под любые брюки и под любые джинсы. Это платье приехало ко мне с Украины. Это подарок моей подруги. Мне оно очень и очень нравится. Нравится его модель, нравится его материал. Мне очень нравятся вещи с открытыми плечами. Хотя для того, чтобы их носить, нужно попрактиковаться. Спасибо, дорогая. Очень люблю это платье. Ну вот и все, мои дорогие, это были все мои покупки, так что если вам было интересно, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Я также с огромным удовольствием читаю ваши комментарии, как положительные, так и отрицательные. Так что пишите, я читаю и стараюсь на них отвечать. Всем пока!